Ты, я только забросил, у меня рыба. Да, лещ уже сидит. Да, сорвался. А, нет. А, нет, не сорвался, смотри. А, я что-то кормушку поймал. Прикинь. Я думаю, как он так клюнул быстро? Он просто этот... Чья-то снасть здесь попалась. У кого-то оторвалась, видимо, снасть. Арбузик, смотри. И он этот проплывал, видимо, за этот... Да. Ну. А я закинул еще этот... Смотрю, что-то загнул спиннинг. Думаю, что такое? Что-то... Думал, ветка какая-то зацепилась, что ли. Всем привет. Только забросил. Смотрю, у меня кончик удилища загибается. Начал вытаскивать. Думал, ветка какая-то зацепилась, что ли. А там вот такой вот лещ сидит. И он не просто сидит, он с кормушкой. Он, видимо, у кого-то оторвался, видите? И просто чисто случайно мне вот зацепился за снасть. Мимо проходил, вот такой вот арбузик стоял. Даже еще черви есть на этом, на снасти. А парик даже висит еще. Вот так вот рыбалка началась сегодняшняя. Надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра. Вот на эту камеру еще хотел его запечатлить. Вот так вот на солнышке, чтобы он покрасовался. Вот видите, у него здесь снасть была с опариком. Вот он какого-то опарика, три опарика там было на крючке. Вот он заглотил. Видимо, мимо проплывал. Ну, у кого-то оторвалось, скорее всего, такая рыба уж не может порвать леску. Вот такой вот арбузик стоял. Еще там поводок вот такой был. Может, кто-то узнает свою снасть. И там червячок был такой. Вот такие здесь вертлюжки еще есть. Вот такая вот снасть мне зацепилась. Вот так вот бывает тоже. Так, сейчас его надо будет в ведро с водой положить. И надо постараться поймать ему какую-то компанию, чтобы он не скучал. Зацепился-то как крепко вообще. Видимо, крючки хорошие у кого-то были там. О, кое-как отцепил. Так, ведро надо воды набрать. Здесь у меня в ведре камеры лежат, термос. Еще сварил свежую сегодня кашу для рыбалки. Перловку с пшенкой, там еще жмых добавил. Так. Это ведро как стульчик использую, чтобы возле донок сидеть. Ну все, будем стараться сейчас себе другана какого-нибудь поймать. Парик на месте. Кормушку дозабить надо немножко. Оп, поклевка есть. Поклевка. Что-то дернуло и... Оп. Да, вроде что-то есть. А посмотрим. Пока непонятно. Что-то в берег поклевка была какая-то. Не, сход. На червя была поклевка в берег прям. Червю тоже там досталось. На одну червя насадил. На одну снасть, на другую вот опарика буду насаживать. Ну, чтобы разные наживки были. Сюда червячка добавлю еще.
Кормушку, как обычно, забиваю перловую с пшенной кашей. Немножко покупная добавлена. Так вот, что-то туда клипсы закинул. И вторую снасть с опариком тоже сейчас куда-то туда заброшу. Так. Так, колокольчики поставлю пока, потому что буду отходить от снастей, если что, чтобы поклевку услышать. Так вот. Ну все, ждем. Посмотрим, какой клев сегодня будет. Так, у меня есть какая-то поклевка вроде здесь. Вот здесь вот что-то дергало. Леска ослабла. Наверное, рыба села там, думаю. Так, ага, вот видите, натягивает. Во-во-во. Это поклевка. Так, надо под сак принести. Это вот сейчас поклевка на червя. Подсак даже еще не готов. А рыба клюет уже там. Да, есть что-то вроде. Что-то идет. Не особо тяжелое, но что-то такое. Пока непонятно, что. А, здесь вот сейчас сопротивляться начал. А здесь уже рыба. Уже здесь вот. Плотвичка. А, там не поверьте, кто попался. Там ерш попался. Давно ерша не ловил. Вот он. Вот он, ерш. Это рыба, которая, может быть, говорит о том, что сегодня надо собираться и домой ехать. Ну, не знаю, посмотрим. Еще буду сидеть рыбачить, посмотрим, что еще будет попадаться. Пока вот лещий ерш. Еще заглотил, наверное, по самой гланды там. На червячка. Обычно, да, на червячка такие рыбы клюют. Так, экстракт у меня где-то там. Да, я не взял его, надо принести сейчас будет. Так просто не вытащишь. Так, сейчас за экстрактом схожу.
Ага, вот. Получился сводить. Ладно, давай. Гуляй, ершистый. Кусочек червя еще нормальный, рабочий. Оставлю его, прям так закину пока. Я уж думал, там рыба какая-то хорошая. Так еще клюнул в берег, как обычно карась делает. Но не тут-то было, это ёрш был. Проказник. Так, ладно. Посмотрим сейчас. Следующая рыба какая попадется. Есть какая-то легкая поклевка. Опять же, такая мелкая, какая-то странная. На червя вот. Вон, видите? О! Что такое интересно? Долго ничего не клевало. Вот. Спустя какое-то время что-то клюнуло. О! Что-то жмет там. Что-то неплохое вроде. Пока непонятно, что там. Ну, вроде что-то нормальное должно быть. Кто там? Да, там лещ он. Лещ попался. Тихо, только не сорвись, не сорвись только. Что так? Вот такой вот лещ. Спустя часа два, наверное. Клёво, вообще не было никакого. Вот перекинул на червя фидер. И вот такой вот лещ попался. Клёва вообще нету практически. Как он вообще клюнул, вообще непонятно. Предпочел червя, а не опарика. Вот такая вот засечка прямо за краешек губы прям. Так. Вот наконец-то тебе туда компания, а то а там скучаешь один сидишь. Теперь вас двое там. Вот так. Так, здесь червь еще нормальный, вроде можно еще порыбачить на него. Да, пусть стоит прям так.
Сегодня погода такая более теплая, чем в предыдущие дни, когда я приезжал, когда холодно было. Я думал, рыба будет получше клевать. Но несмотря на это, рыба вообще отказывается наотрез клевать вообще. Не только у меня, вот еще слева, справа от меня рыбаки сидят. У них тоже глушняк полный. Мне вот повезло то, что я вот этих двух лещей поймал пока. Посмотрим. Сейчас время где-то 5 вечера доходит. Ну, планирую часик еще посидеть, наверное, посмотреть. Может, еще что-то, попадется. А пока вообще глушняк, вообще по нулям. По идее, вот видите, на том берегу вот этот камыш, он-то от солнца должен нагреваться, и рыба, по идее, там должна собираться с водохранилища, вот с Карабашского подниматься сюда и здесь собираться, здесь ходить. Но несмотря на то, что вроде прогревает солнце, так не ощущается, вот, судя по поклевкам, наличие рыбы. По крайней мере, признаков, то, что она питается, вообще никаких нет. Вот за 3 часа всего лишь одна поклевка леща. Вначале один попался там, он нечестно попался, он просто зацепился. Вот это второй только вот сумасшедший какой-то был лещ. Так, ладно, жду еще, посмотрим, может, что-то клюнет. Одну донку поставил с горохом в стороне. Вот здесь вот. Вот видите, проваливается пенопласт. Пытается натянуть. Сейчас будем вытаскивать, смотреть. Там она. А, никуда не денется, если рыба нормальная. Никуда не денется она. Так. Да, что-то есть вроде. Куда-то завела вроде. Зацепилась за что-то. Конечно, куда-нибудь под корягу зашла. Монстр там попался. Вроде вывела. Да. В траву ведет. Пока непонятно, что там. Вот там лещ. Да, лещ сидит там. Да, на горох попался. Как не сошел еще, зацепился куда-то за корягу какую-то. Ну. Вот видишь, сорвался. Вот такой вот третий лещ. Через долгое-долгое время опять на горох попался третий.
Это уже самец вот с такими пупырышками. Вон, видите? Это самец. Такие вот у него шершавый он такой. Красавчик. Фидерная оснастка вот молчит, пока что-то нет поклевок. Вот, смотри, вот такой. Да, вялить пойдет, засолить его. На этот, да, который в кормушку. Прячу я. Вон у Ирика вроде что-то попалось там. Сможешь сам, что ли? Сорвался. Было. Что-то было, да? Да, стоило. Жалко. На червя. На червя взял, да? Да. Ничего себе. Солнце заходит потихоньку, вот видите, вон там он, ну здесь уже за горой получается не видно, а вот видно по противоположному берегу то, что потихоньку солнце уходит. Потихоньку темнеет уже. Сейчас уж собираться буду. Рыбалка сегодня какая-никакая получилась, не густо, но и не пусто. Удалось поймать вот таких вот три леща хороших. Вот таких вот. Ну, для каких-то регионов это подлещики, может, для нас лещи. У нас более крупные экземпляры почти практически не попадаются. Очень-очень редко. В основном вот такие вот рыбы. Вот он еще третий. Три вот таких получается. Вот они, красавцы. Тихо-тихо, куда побежал? Лишь бы тебе смотаться. Клёва практически не было. Это не только у меня, там и у всех рыбаков так сегодня. Какой-то вообще слабый клёв. Рыба очень осторожная. Очень плохо берет. Балуется, можно сказать, не кушает толком. Вот так вот. Надеюсь, было интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке в следующем видео. Сейчас собираться буду. Вон там лебедь красиво плывет. Место здесь, конечно, очень красивое. И вот время от времени вот такие вот кадры здесь проплывают. Почему-то вот этот лебедь здесь один плавает. Они же обычно парами. А вот я сколько на рыбалку сюда приезжаю, он один. Но один почему-то, да, он? Один почему-то. Зачем один? Не, я имею в виду, они же парами плавают обычно. А, это этот. Рыбак говорит, возможно, они меняются там. Ну, ручной, да? Такая вот красота. Он прям рыба возле него выпрыгнула сейчас. Возле лебедя. Так, ну ладно. Я поехал домой.